Ну мы и сми сюда на подлет. Мы должны 9 туров терраформим. Ну с терраформингой проводить. А что там ему предлагает? Ну раздельно, не сразу вообще. А еще не грейджены. Почему-то. Сколько у нас финансов? У нас 3 трила. Они уже попозже. Это ничего пока нету. Ну, крейсер произвелся, да. Вот мы крейсер здесь. С парой фрегатов, если что, он или на север, или куда-то ему вылетит, ну, в столицу. Вообще, мы тут точку варпа надо создать. Некогда будет. Ну, когда она создает? На нас население увеличено. Население только на население. А тут две. Ну, перекинем, может. Тут явно не хватает какого-то коллайда. Что-то оно так... Ну коллайдер будет тоже деньги подать, допустим, 3. Тут 16 туров, то есть управление, которое плюс 1 на юнит населения даст прирост. Вот это 8 лярдов золотом приносит планета. А пока оно сделается, допустим, тут уже будет ну, плюс 10 еще, то есть 18, а то и 20. Да, наверное, там. А коллайдер будет отъедать от этого. То есть не сильно спешить. А сколько есть? А, терраформинга тут нет, уже максимально. Земной, но только технология Эдем что-то выдаст. Сьерос 15, что выдаст. Ну вот так вот 4. А здесь 6 туров. Ну, наверное, мы поднакачиваем население 6 туров. Ну там еще экология 14, а тут экология будет минус 8. Ну терпит. Долго, да. Не, а через 6 туров произведется, мы перекинем, и он там несколько туров останется. Почему будет почти то же самое, что тут 11 туров. Может 12. Бетти. Можно прикупить, например, ферму. Это все деньги. Мы ждем момента, чтобы ну, крупные планеты колонизировать. Большие. Тут коллайдер, конечно, не... Когда все произведется, то произвести коллайдер. Умная лаборатория. Но коллайдер, может, он туда не нужен. Что он плюс 3 только даст, там где 3 за 3 даст. О, как раз тут 9 туров терраформинга, а через 7 туров мы узнаем, сколько будет стоить планетарный экран. Крупный есть коллайдер. Ну, Мандалориан Фокс. До сих пор еще не заполнился это. Десанты, когда мы колонии были. Ну то есть раньше запустить, раньше будет.
исполняются. А вот, наверное, сейчас прибудет космофабрика. Но этот аванпост уважен. Саморемонт 5% кораблей. У нас в паузе все в терраформе. Может, какой-то флот было проведено или еще что-то. Но он даст прирост общей мощи населения. Если на 10 из 13, то 3 юнита, а дальше все тупик. А перебросить некуда. Пока что. Зарконе 10 из 16. На Зарконе выгодно, да. Вот коллайдер, когда больше 3, то это выгодно. Да. Ну, при 3 оно выгодно, но уже конкретная выгода какая-то получается. Но тут даже при том, что ну, задействовано ну, 14, по-моему, 35 туров, это очень долго. Фандомы. Ну, сам там фандом будет развиваться, пока еще не взлетит, конечно. Может, 17. Ну, он плюс 3 должен прибавить. Ну да, дальше. Вот когда цива развивается, дальше идет замедление. Чтобы антигравы поставить, он может достигать от 3-400, там, 40 миллиардов, там, 2-800, там, или 2-400. Ну, то есть, 2-3-400 миллиардов, там, стоимость. Ну, на планету. Чем больше размер планеты, тем больше антигравов. Ну, стоимость их. Вес стоимости. Ну, и вес же свои реальные, там. Технологии. Агент Альфа внедрился в империю раз и всего. Силикоды и дороги находятся в состоянии войны. Здравствуйте, вы. Мы не успеваем даже там что-то посетить назад. Насилие побеждает насилие. Ложа Дарлоков. И пирамида силикоидов ведут борьбу за лидерство в галактике. Ну, ученые не в силах этого объяснить. У них нету. Ну, тут вот Тараса Оркхард. Ну, оно лидерам принадлежит. А где какие силикоиды? Где тут силикоиды? Ну, люди, если здесь и тут, то они уже... Тут далековато возглядит. Бетрейтинг за Хэнд Инфинит Агейн. Что, хлопнем по рукам, да? Ударим по рукам. И продолжим, типа, войну дальше. Ну, вражду Хэнд. Бетрейтинг за Хэнд. А чё, не знаю. Мы то были сведения о количестве раз вообще. Срок действия торгового договора с расой людей, что ну, за зароками у нас нету договора. Не шпион.